Привет, дорогой друг. Сегодня давай с тобой рассмотрим на проект Рунит. Азартные игры заняли прочную позицию в современном мире. Сегодня имеется достаточно много различных версий популярных игр в онлайн-режиме. Однако остается вопрос доверия между пользователями и создателями подобных приложений. Всегда существует вероятность мошенничества. Создатели платформы Рунит, на сайте которых мы находимся, позаботились об этом. Именно поэтому был разработан специальный проект, который позволяет урегулировать все действия, связанные с игровой деятельностью. С помощью данной площадки пользователи имеют возможность оптимизировать все процессы игры. Таким образом, игрок может контролировать получение прибыли из игры. И сразу давайте обратим внимание на то, что софткап проекта в 4 миллиона долларов был сломан. На данный момент собрано 10 889 000. Проект можно считать уже успешным, так как он будет реализовываться и дальше. Платформа разработана таким образом, что ее можно будет предоставлять к использованию другим операторам. Благодаря этому любая команда может популяризировать свою концепцию на международном уровне. Помимо этого, площадка обладает API в открытой форме. Такая функция позволяет расширить каталог игр, а также добавлять в него приложения от сторонних разработчиков. Все эти действия не требуют от пользователя больших временных или финансовых расходов. Принцип игровой платформы. Как вы понимаете, современные технологии постоянно развиваются. Именно поэтому многие отрасли интернет-индустрии предпочитает децентрализованную систему. Проект Рунит разработан на основе технологии блокчейн. Создатели предупредили будущих пользователей предварительно продажи внутренней валюты. Обладатели токенов в системе получают уникальные возможности, доступ к полноценному функциональному набору в системе, а также возможность принимать участие в розыгрыше джекпота. А проект интересный, игровая сфера всегда интересная. Рекомендую ознакомиться с данным проектом более подробно, изучив white paper.